Тверь вошла в число городов, которые показали наибольший прогресс по оценке качества жизни по итогам первого квартала 2024 года. Мониторинг проведен финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Наряду со столицей Верхневолжья положительную динамику показали Саранск, Йошкар-Ола, Владикавказ, Пермь и Брянск. При анализе качества жизни учитывается ряд показателей, в том числе уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и образования, состояние экологической среды, дорожного хозяйства и другие. В целом мониторинг показал, что по итогам первого квартала текущего года общая оценка качества жизни населением страны повысилась. Итоговый индекс поднялся до 97 баллов против 91 в четвертом квартале прошлого года.